Сорт перца Тринидад Маруга Елоу. Это опасный зверь. Он такой же, как и красный. Острота этого перца достигает от 1 200 000 до 2 000 000 скобелей. Этот перец в 2012 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. В 2013 году он отдал свое место Каролине Жнец. Вот такой вот красавец. Какой просто бесподобный. Такая вот текстура у него. Вот такой вот носик, вот он созревает. Вот зеленого до ярко-желтого цвета. Вот такие вот у него плоды. Ой, сейчас в зеленом виде. Вот такие вот. Такие вот красавцы. Это просто. Это перец не для слабонервных. Острота у него просто нереальная. Пробовать такой перец, честно говоря, я не хочу. Хотя такой соблазн есть. Очень интересный сорт. Кустики могут достигать в открытом грунте где-то сантиметров 70-80. В теплице может достигать выше метра. Вот у меня вот такой вот кустик, он небольшой. Вот у нас еще один перчик вот такой вот висит. Такая красота. Сейчас я сорву его и покажу поближе. Угу, держится так, что и не отдерешь. Вот смотрите. Какой красивый перец. Просто такое впечатление, как будто он сделан из пластмассы. Он довольно упругий. И невероятно острый. Такой вот красавец. Срок созревания такого перца 90 до 120 дней. Он первые плоды вы получите, если будете выращивать его в открытом грунте в середине сентября. Ну, как бы тут, грубо говоря, вот он числа, наверное, чтобы не соврать, 10 сентября появились первые плоды. Я имею в виду спелые. И вот прошла неделя. Раз, два, три, четыре. 7 штук я собрал. Вот, грубо говоря, за неделю один кустик дал мне 7 созревших плодов. Это растение многолетнее, так что можно его выращивать как в открытом грунте, так в теплице, либо на подоконнике. Растение у меня не превышает в открытом грунте 50 сантиметров. Я его вот уже обрезал. Почему? Потому что он начинал цвести, завязывались плоды. Ну, как бы этого мне не надо, потому что плоды созрели у меня, наверное, в декабре. Надо обязательно обрезать, когда где-то 5 по 10 сентября надо все эти кусты пообрезать. У меня там есть видео, если кому-то интересно, посмотрите, как ускорить созревание перца. Так что выращивайте такой красивый перец у себя на участке, либо на подоконнике. И вы попробуете самый острый перец в мире. Больших урожаев вам. И всем пока.